Скоро от причалов Калининградского рыбного порта уйдет в свой первый рейс новая плавучая база «Иван Федоров». Она построена для советских моряков судостроителями братской Польши. На океанском корабле сделано все, чтобы морякам было удобно жить и отдыхать во время плавания в далеких водах Северной Атлантики, где ведут лов калининградские рыбаки. Заканчиваются последние приготовления. Счастливого плавания пожелал капитану Камкину начальник Калининградского управления экспедиционного лова Студенецкой. За один рейс такая плавбаза может доставить из Атлантики около 30 тысяч центнеров рыбы.